Всем доброго времени суток, а особенно подписчикам. Сегодня на обзоре наш новый сайт AliExpress UGK G-Soul Upgrade X8 от проверенного продавца оригинальных брендовых снастей. Ссылку на него, как всегда, оставлю в описании. Постараюсь коротко, покажу вам качество изготовления, проверим диаметр и разрывную нагрузку. Итак, покажу вам качество поближе. Начнем с упаковки. Приходит шнур вот такой коробки G-Soul Upgrade PE X8. У меня это 14-калибровый, 0,6 по Японии, 200 метров размотка. Также есть размотки по 150 метров, ну и, соответственно, разная толщина. Посмотрите в описании. Шнур имеет зеленый цвет, и через каждый метр 15 сантиметров белого отрезка. Вот такая информация на японском и Made in Japan. Вот таким образом выглядит упаковка. Покажу вам сам шнур. Та же самая информация. И вот такая бобина. Смотрите по мягкости. Шнур очень скользкий, гладкий. Вот смотрите по памяти. Ну, соответственно, он еще новый. Так выглядит этот шнур в макросъемке по сравнению с 4-жильным. Видно, что этот шнур действительно 8-жильный и более гладкий, что позволит прибавить в дальности заброса. Измеряем диаметр шнура. Для плетенок диаметр понятие относительное. На упаковке продавец диаметр не указывает. На некоторых сайтах в описании я встречал, что 0,128 мм для этого размера. Но мы измерим по-своему, чтобы понимать соотношение диаметра и разрывной. Как всегда, двумя способами. Сначала напрямую. 0,05 мм. 0,05 и 0,05. И теперь завяжем три узла, измерим диаметр и поделим пополам. Каждый будет ориентироваться на те показания, которые считает более достоверными. Итак, первый узел. Ноль восемнадцать, то есть 0,09 пополам. Второй узел. 0,17. И третий узел. 0,17. Измерим разрывную нагрузку. Длина отрезка шнура 1 метр, соединение безузловое. Снова измерим, условия те же самые. Измерим нагрузку еще раз.
Итак, подведем небольшие итоги. Для наглядности выведу результаты на экран. Шнур действительно восьмижильный, очень гладкий и скользкий, и несомненно прибавит дальность заброса по сравнению с четырехжильными аналогами. Разрывная нагрузка, как часто это бывает, приукрашена, но соотношение разрывной нагрузки и диаметра хорошее, а это, наверное, самое главное. Это очень тонкая плетенка, и в этом размере будет интересно в первую очередь любителям лайта и ультралайта. И как всегда в наших магазинах этот шнур стоит в 1,5-2 раза дороже, и покупать у нас я смысла не вижу, и плюс у этого продавца есть доставка из России, и шнур мне пришел за 3 дня. И сейчас цена на него особенно приятна, так как продолжается распродажа на AliExpress. Посмотреть все имеющиеся диаметры, размотки и проверить актуальные цены вы можете по ссылкам внизу в описании к этому видео. Если вы считаете обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем ни хвоста, ни чешуи.